канал «Путь жизни». Всех вас рад видеть на канале. Всем спасибо, кто смотрит, кто ставит лайки. Я вам очень благодарен. Сегодня хочу отобрать на нерест вот таких вот красивых суматранских барбусов. Тут же есть мутанчики. В предыдущий раз у меня не получилось взять от них потомство, вернее, получилось взять икру, но она вся побелела. Скорее всего, самцы были не готовы к нересту. Я их усиленно кормил где-то в течение двух, может быть, трех недель. Усиленно кормил мотылем, трубочниками, все возможными сухими кормами. И надеюсь, теперь они дадут результат. Воду я готовлю. В течение трех дней она будет уже подготовлена. И я их буду рассаживать туда. Не знаю, пока чистыми или, может быть, смешаю. Посмотрим в следующих видео. Всем спасибо.